Всем привет, ребята! На улице Кавакли, в центре, в принципе, Кемера, 5 минутах ходьбы к морю и 5 минутах ходьбы от центра города, расположен интересный мини-отель. Называется Golden Rock Hotel. В этом отеле имеется 13 номеров. Номера могут принять от 2 до 4 человек. Бесплатный Wi-Fi, горячая вода. Есть завтраки. Так, Rock Hotel. Сейчас зайдем, посмотрим номер. Это у нас недалеко от моря. А инструмент работает у вас вот этот? Что? Инструмент играете? Конечно. Ух ты. А вы играете, да? Нет, брат мой играет. Да, смотрите, есть такой типа комната, а есть вот такой вот. Ага. О. Зайдите, посмотрите. Все простенько, но со вкусом. Мы это в этом году придумали, еще она не до конца сделали, еще ножки сделаем. Ну понятно, ну так Rock Hotel, это да, же... Да, вот мы и делали. Оззи Осборн, Black Sabbath, да. Deep Purple. Хотим так старенько, что-то так. Все правильно. Вид с балкона, ребята. Ну такой, рок. Ванну, туалет. Да, вот да. Вода горячая у вас есть? Да, отлично. Ну, как у... Если солнце не успеет, мы электрический включаем. Я понял вас. Душевая кабинка, все присутствует, туалетные принадлежности. Ну, в общем, все, в общем-то, такое. Хорошо. Вот есть еще типа такого. Угу. Такого типа есть. Вот, ну, в общем-то, крыша над головой однозначно будет еще со своим колоритом. Мне нравится. Отлично, отлично. Это самый верхний этаж у нас получается, да? Да, последний. Ага. На балконах имеются стульчики, столики. Есть такая беседочка. В общем, будете отдыхать в свое удовольствие. Так, а сейчас пройдемся в сторону бара. Здесь вот так располагаются отдыхающие посетители отеля. И есть бассейн. Но опять же говорю, в настоящий момент бассейн не заполнен, его быстренько почистят, подготовят, и все будет работать. Своеобразный бар. Ну, Rock Hotel, он располагает сразу, о чем идет речь. Пиво, балантайс, здесь это рулит. Ну и, конечно, мандаринки, апельсинки. В отеле имеются в каждой комнате балконы и система кондиционирования. Душевая у бассейна. И сам бассейн, он небольшой, подсветка имеется. Ну, довольно все хорошо организовано, как для мини-отеля. Для любителей нард можно поиграть в нарды. Столики и улица. Ой, вот такой тренированный песик. Да. Или это девочка? Девочка. 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 Rock Hotel. Собачка тоже любит рок. Ребята, вот такой вас музыкой здесь встретят. О, один из хозяев этого отеля. Супер. Отлично, спасибо большое. Ребята, рекомендуем. Вам спасибо. Это Golden Rock Hotel.
Добро пожаловать. Контакты в описании. Приезжаем. Сутки 5 миллионов долларов. Ребята, вот такой интересный рок-отель.